такие захватывающие виды. Я думал, у меня камера снимает, она выключена была, короче. Вот такие, видите? Шикарные виды. Захватывающие такие виды прям. Дастис фантастис. Тоже, видите? Просто бомбические виды. Даже слов нету, говорить нечего. Реально красота, вообще бомба! Какая красота, прямо офигеть! И запах такой, тут курорт реально! Скалы такие древние-древние! И такая тропа прогулочная, да, идет? Смотрите, она освещенная! Вот гуляют парочки. Красота! Красота прямо вообще! Вот гуляют, видите? Фантастика просто! Национальные одежды продают тут даже. Что сказать? Красота прямо! Кокшетбез гора! Как? Кокшетбез! Понял, Кокшетбез, да? Окей. А там дальше еще можно ехать? А тут... Аплайхана, да. Понял, понял. Давайте. А кататься тут можно, когда брали нужно, да? Ну, а ко мне подъедете. Окей, хорошо. Адиль меня зовут. Как? Адиль. У меня я Олег. Здесь. Хорошо, подъеду. Вот такие виды. Прямо у меня восторг. Безмерный восторг у меня! Вот я по таким местам, кажется, на Урале да и ездил у нас. По таким вот точно местам почти. Ну не так красиво прямо, даже там. Хотя тоже красиво. Сравнивать, в принципе, нельзя, они немножко разные вещи. Ну подобные. Подобные тоже.
Надо, чтобы батарейка не села, у меня еще одна в запасе есть. Бомба! Просто бомба! Смотрите как! Это просто нереально! Нереально! Я аварийку включил, если что. Колеса проверить надо. Это просто фантастика вид. Просто офигеть. Туристов много-много прям вот ходят, видите? Виды вообще бомбические просто. Просто фантастика, фантастика, я прямо, у меня слов нет от восторга. Вот. Сейчас сфоткаемся и дальше поедем. Едем дальше! Машин куча, видите? Юрты стоят. Национальные одежды продают. Конечно, впечатляющее. Просто фантастическое.
за деревьями там даже горы видно. Конечно, по видео не передать всего вот этого красоты всей. И звука, и запаха. Это я свернул немножко это. Гора поближе. Серпантины по лесным дорогам. И запах тайги. Скальники в лесу видят. Я даже не знаю, куда еду, кстати. Так, на эту бутылку взять. Поменять на батареечку и попить. Осталось 10%. Такие серпантинчики и такие развалы, видите? Каменные, как будто великан насыпал. Вот такие, видите?
в лесу. Огромные такие скальники. Обратно поедем, что делать тут, да? Дальше вроде ничего нет такого. А мы сейчас спросим еще. КПП, Буропай. Здравствуйте! А что-то дальше есть красивое еще? С другой стороны, конечно, вот так приехать, да? Прямо, да? А там тоже красиво, да? То есть туда проехать, а потом обратно, да, так же вернуться? Можно, да. А туда? С той стороны можно обратно проехать. А к озеру проеду, вот, которое там стоит? Да. С той стороны, да? А, по-моему, хорошо, раз. Спасибо. Это бесплатно? Так что поедем мы дальше, как дальше. А что делать-то нечего, время мало. Без 24. Вот такая красота. Такая красотень. Горы-горы. А с другой стороны, где там объезжать-то, непонятно ничего. Поедем пока, чувак-то. Еще такой запах черемухи вообще прямо сумасшедший. Thank you.
Грузия. Да, это свет. Эндуро мотик, может бы хоть повыше подняться. На этом тяжело нельзя. И резина еще сликовая. Чисто шоссейка. И шлем пилот. Ну не, вообще никуда по песку вообще никак. Такие серпантины, видите? Лесные, горные. Лайтовые такие серпантинчики. Красивенькие такие там. Великолепно, ну только по-матерному, я бы сказал, но не буду. Как это все изумительно и прекрасно. Без потока, чудесно. Yeah.
Фантастишь, фантастишь. Мы соблюдаем правила. Пропускаем пассажиров. Ну, юрта, смотри, что, в принципе, или что, сходить? Давайте сходим. Вот тут как бы, да. Чё уж. Чё уж. Фантастическая какая красота прямо. Вот это похоже на Крымские горы, реально, вот эти вот места. Это на Уральские похоже, а это на Крымские. Вот Беркут сидит, Беркут. Это что, поляна Аблахана, что ли? Да. Сакральное место. Сакральное место здесь. Вот доспехи воина, видите? Сабля там. Мы на хоккей, братуха. Да, нету, вы что, парни? Здрасте. Здравствуй, брат. Здрасте. Вот такие доспехи и национальные костюмы. Костюм у нас национальный. А чем костюм? Где кому? Они продаются, да? Не, брат. Баркитскую нома? А, на фотосессию только, да? Только на фотосессию. А, понял. Да. Это очень дорого продавать. Понял, да. Только на фотосессию, короче. Только фотосессию. Понял. Только фотосессию. Вот видите, фотосессию делают. Национальная внучка или дочка фотографирует опашку. Вот опять же уважение. Видите, какое? Национальных костюмов. Беркут сидит такой красавец. Злой он, нет? Да, добрый. Испугается, нет? Испугается? Нет. Какой красавец, ой, какой красавец. Ты чего? Красавчик. Какие когти у него. Зайцев ловит, да? Какой красавчик. Вот такие юрты. И современные жалюзи. На них сделаны. Как обычно, туристам продают всякие вещи. А кувалда что это? Эти монеты кувалда, да? Я, да, монеты тут чеканю. А, также чеканчика. Различные музыкальные инструменты продают. Понял. Все, что вы тут видите, изготавливаем мы сами. Ага. Народные промыслы, типа, да? Ну, мы ремесленники. А, ну. Занимаемся этим. Живем. Понял. Рахмет. Вот такие красоты. Здесь, на поляне. Это поляна Аблахана, видать, да, точно. А я туда уехал, думал, там она. Сказали, что-то поляна Аблахана есть. Вот она тут, оказывается. Она реально поляна в окружении гор, да? И место такое эпичное, реально. Это вот не знаю, как называется. Здравствуйте. А это вот поляна Аблахана, да? Да. А почему так называется, не знаете? Здесь был Аблахан, да? Да. Правил своей армией, да, здесь. Со своей армией? Да. Вот. Рахмет. Дальше проходите, там его кров. Там дальше прямо? Да. О, спасибо, Рахмет. Вот такие вещи. Опять Беркут сидит. Что там? Беркут. Сидит такой бедный. Сапоги и чиги. По-моему.
Вот такая ляпота. Шлем мы сняли, чтоб это. Идти удобнее было, тут голова устала у меня. Там поляна Аблайхана, вот эта поляна, а там трон стоит его. Видите? Вон. А вот и трон, наверное, да? Аблайхана. Вот такая ляпота. Здрасте. Это вот трон Аблайхана. И вон это по кругу обойти. Семь раз. Семь раз, да? Вот семь раз обойти, чтобы было счастье, удача, здоровье, и все хорошо было. Вот первый круг мы прошли. С вами обойдем семь кругов, чтобы вам тоже удача была. Счастье, здоровье и все хорошее самое было. Это трон Аблайхана. Вот. Не поленюсь, обойду сейчас. Только ради вас. Один. Вот там кто-то, видите, сидит тоже в лесу. С семьей. С семьей. Вот. Два круга. Ну сейчас мы еще это выключу пока, чтобы батарейка у меня экономилась. На седьмом включу. Мамочки с детишками гуляют. Ой, чуть не упал. Шесть. Вот шесть кругов уже. Вот пошел седьмой. Семь раз надо обойти вокруг трона Аблайхана. И вам будет сопутствовать удача. Счастье. Чай в него пол. Здоровья вам и вашим близким. Всем-всем-всем. Вот я для вас специально иду. Вот седьмой круг. Все. Пока говорил, все, всем кончилось. Вот семь кругов. Я вам честно говорю, я семь кругов обошел. Ради вас. Вот. Вот молодые джигиты. Стреляют с лука на поляне Аблайхана. Раз, два, три, четыре. Четыре штуки попало, одна мимо пролетела. Ну-ка. Давай. Опа, попал. Все, видите? Молодой джигит. Попал. На поляне Аблайхана. Вот со мной фоткаются опашки. Видите? Какая красота. Казахстан, да? А? Казахстан. Да, у меня ВНЖ тут есть. А? Я живу здесь. Путешествую на мотоцикле. Обошел трон Аблайхана семь раз, чтобы удача, здоровье, чтобы все было хорошо. Правильно, да? Вот. Все, рахмет вам. Народу много ездит, видите, даже аксакалы приезжают, опашки. Вот все посещают поляну Аблайхана. Поляну Аблайхана все посещают.